правил своего мозга. Протоссам остается лишь бежать перед натиском стаи. Но сейчас ты должен атаковать еще одно место, чтобы мы были уверены в нашей победе. Недалеко отсюда есть храм. Он стоит на освященной земле. Даже я, прожив бесчисленное множество тысячелетий, могу назвать этот храм очень старым. Ведь он был воздвигнут моим создателем, сел нами, указывая место, куда впервые ступила нога создателя на планете Айур. Храм должен быть стерт с лица земли, а кристалл Хайдариана помещен на его месте. Только тогда может быть открыт путь. Только тогда я смогу вынести манифест. Ну, писсос, мне туда раба нужно провести. Так, и всем привет, с вами Джим Райнер, и я продолжаю проходить кампанию за зергов в StarCraft 1. Да, 1. Так, на английский язык, оп, ушло дело. Звучок... А, ну да, я вас понял. Звук он. Звук пошел. Прокрутка мыши. Так. Делаем вот так вот. Блин, а бежать далеко. Капец как далеко. Да я гадаю, толпы протосов. Ультралийские. Так, у меня, кстати, ресурсов до хера. Давай сделаем вот так вот. Так, ядра ультра, да? Давай разведаем. Заебись. Этой базы мне хватит. Так, оверы медленные, кажется. Да, оверы медленные. Но ресурсов вы мне, конечно, дали прилично. Спасибочки. Так. И, блядь, один газ. Близы, вы что, ебанулись? Один газ? И такое количество минералов? Окей, маслинги. Must have. Так, кстати, о лингах. У меня нет омута. Нету ведь? Да, нет омута. О, я нашел еще ресурсы. Давай занимать все ресурсы. Так, ресурсы это мое все. Сейчас, блядь, как прокачаюсь. Фух! Там протосы. И тут протосы. Ой-ой-ой. Отвали. Отвали, протос. Тебе меня не оплодотворить, я быстрее. Так. Улей раз, улей два. Ну, точнее, инкубатор. Блядь, эй, старшие братья, а ну отомстите. Бррр. На. Красавчик. Давай следующим. На. Получи. Хвати. Получил. Так, молодца. Чё, еще на пиздюливание прибыли? Нет, ну, блядь, шаттл, ну ты вообще наглый. Блин, а я медленный. О, второй инкубатор готов. Так, Линк. Так, ты уже не пригоден для пиздюливания. Мы тебя заменим. О! Отлично. Господи, такой пролаг был неприятный. Аж очко сжалось. Нужно посмотреть, где еще есть минеральчики. Чё, кто? Ах ты, мразь. Ага, я, короче, все понял. Блин, ну минералов, ну миллиарды. Газа, ну ни хрена. Но, ну, то есть одна газилка. Одна. Одна, блядская мать его, газилка. Ну ты чё мне с неё будет, с этой газилки? Так, минеральчики начали чуть-чуть кончаться.
неприятно. А еще сейчас мы раскачаемся. Пока что я разведаю территорию. Опять шеттл доебаться решил. Уничтожить! Вот дебилы. Так, тут у нас дроны. Фирма. Так, там у нас подъем наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежать, мой друг. Что у нас дома? Еще рабы. Ага. О, Лингу скорость прокачали. А кто красавчик? А где Линк? Я его потерял немножко. Вот мой Линк. Давай-ка разведку хуярь. Так, бездельник. Сюда. Не, давай сюда. Еще рабы. Оп, еще рабы. Рабы. О, владыки. Понятно. Давай делаем... Как? Делаем, наверное, все же вот так. Вот так. Овер, вы меня заебали. Давайте как-нибудь смещайтесь. Так. Оверы. Там у нас зелотики. Ах ты! Антидрасика грёбнул! Ненавижу! За гидрасика! Баля! Фотонка убила моего Линга. Скотина! О, гидральня. Так, корабы. Так, ну минералы мы уже раскачали. Мы молодцы. Так. Как-то маловато слизи. Мне это не нравится. Давай еще немножко. И сюда пихнем слизька. И хорошо будет. Оп. Воу! Отвали! Нет, ты меня не благотворишь! Сука, что здесь происходит? Отвалите от меня. Выебать. Мишин выебать. В смысле, блядь? Сука. Моих дебилов не хватило. Они слились оба. Отвали от меня. Скоро здание будет готово. Ладно, строим гидролей. Раз гидроли, два гидроли. Три гидроли делаем? Нет, будут рабы. Еще одна в парке рабов. Эй, отвали. О, они здание пиздят. Отлично. Молодцы, ребятушки. Пиздите зданица. Я типа не против. Так, делаем. Делаем. Вот так. Этот еб... О! А кто сейчас соснет? Сюда. Так. Ага. Что там, разобрались? О! Пошло нормальное заполнение слизью. А чё тут нет? Кажется, им не нравится вот этот паркет. Не любят они паркет. Такс. Делаем первый коготочек. Давай, ну, не знаю, сюда вот давай поставим. И сюда. Так, где мои рабы? Рабы.
W. Ой, W. V. Да, блядь. V. Да, вот. Пошло дело. Да, кстати, а где мое чудо-здание, которое я заказывал накануне? Вот дебилы. Ой. Добыча идет, собственно. Что там? Что я сделал? Что произвелось ведь? А, дроны. Дроны. Это полезно. А, во. Угу. Пошло дело. Гнезда. Так, теперь осталось... Давай сюда. Где тут можно влепить хату? Сложно. Сложноватенько будет это сделать. О, вот тут. Хорош. Заодно соединю. О! Пошел хайф уже. Так, и настало время линдера. Вот мразь. Дарки! Блять, а у них дарки, между прочим. Я видел дарков. Или это просто тупой тот самый... Как его? Наблюдатель. Да, это наблюдатель. Летает тут, вот он. Вот он летает, вот он. Херня ваш наблюдатель. Я его вижу. Скорость передвижения хуярим. Где мои оверы? О, первый овер. Подъехал. Ну, с ресурсами у меня точно все в порядке. Так-с. Ну что, скоро там? Ага. А тут не очень. Тут еще дольше. О, линги. Линги подъехали. Угу. Еще немножко лингов. Еще линги. И еще линги. Так, на меня похуй, давай проатакуем. Когда тебе похуй, ты можешь атаковать кого угодно и когда угодно. Так, пошел адреналин. Ого, серьезное место. Убейте их, чё они такие живучие. Блин, я, кажется, базу пинаю. Тонко всего лишь 200. Хуя. А чё так мало? Еще отправляем группу. Аутист группен. О, коготочек доделался. Первый. Господи, да сколько можно пинать их? Какая-то там эволюция завершена была, наверное, броня, нет? Нет. Странно. А, я понял. Всего 200. Немало. О! А тут у нас база была. Mm-hmm.
больше лингов. Потому что я умею. Так, а что за эволюция? А, адреналин. Я своим лингом адреналин, между прочим, прокачал. Не хухры-мухры, блядь, это целый адреналин. Вперед! Тух-тух-тух. Какие они резвенькие теперь, а? Все. Потомку раскрочили. Молодцы. Потомки больше не существует. Ой, бля. Вам меня не Ой, бля, может и оплодотворит? Так, мне срочно нужна вот эта вот хуйня. И в больших количествах, между прочим. Давай туда. Так, тут мы пробиваем по малёху всё. Помогать. Так, тут им конец уже. В центр, в центр, в центр! Уничтожить! Есть. Сдохни! Готов. Так, ресурсов миллиард у меня просто. Нужно больше хат. Будем нон-стопом хуярить моих мелкошей. Блять, беги. У нас тут образец. Блять, еще образцы. Что-то как-то больше, чем я ожидал. Так, двигаем, двигаем, двигаем. Нон-стоп, нон-стоп. Блять, газ никто не добывает. Быстро. Кстати, мне бы хотя бы одну эту самую вещь поставить тут. Так, для приличия. У меня есть 3 скоржа. А также у меня есть база. Еще одна. Очередная. Но это база с газиком. Это, блядь, база с газиком. И это замечательно. Минералы мне нахуй не нужны. Мне главный газик. Не, у меня и так дохуя. Мне сейчас главное газик. Так, ну еще они что-то любят сюда заходить. Мне это не нравится. Так, еще одна хата готова. Так, тут, по идее, готово. Тут мы все к хуям раскурочили. Идем сюда спасать своих. Так, ага. Скоро грейдик доделается у нас замечательный. Может тут добычу начать? Но тут еще рано. Там еще все плохо. Так, у нас уже штурмгруппен готова для следующей базы. Идем разуплотнять. Штурмгруппен пошла. У нас тут скоро еще, наверное, грейды закончатся. О, грейд кончился. Ну ёбана в рот. Давай-ка как-то будь достаточным. Ой, бля, там воздух. Там блядский воздух. Я так и думал. Нужно больше газа. Газа у нас нет. О, у меня тут база была? Ух-то, я и не заметил. Эй, скоржатина, бей. На. Блядь, мы недостаточны. На одну эту хуйню нужно 3 скоржа. Сука, немало. Так, скоржи есть. Скоржи пошли. Сука. Чё, все, что вы сделали?
дебилы, а не линги. Ох, бля, их там много. Давай. С такой оравой вам не справиться. О, газик. Я нашел газик. О, тут тоже есть газик. Замечательно. Так, тут... Угу. Вот так делаем. Давай немножко за СД-шем. СД, СД, СД. СД. Все, за СД-шили. Так, эта база свободна, можно тут добывать. Угу. Так, пошли рабы сюда. Вы сюда. Чё такое? Кто? А, неважно. Так, пошел грейд, грейд, грейд. Так, мне нужно... Что мне нужно? Гидра, наверное. Так, у нас тут еще три раба. А давай вот их сюда. Блин, у меня газа вообще нет. Так, у меня же есть гидра. Была. Сейчас ее больше нет. Владык, ты как два пальца тебе. Так, делаем раз. Делаем два. Делаем три. СЦ. Так, ну что, одного раба тут еще хватит? А, да похуй. Мне вообще похуй. Двигаем туда. Делаем раз. О. Мелкошня подъехала. Хорошо. Так, куда бы ее отправить? Сюда отправляем. Так. Ну, три газика, это уже хорошо. Три газика, это уже славно. Не знаю, еще одну ставить, не ставить. Не. Вы двое вот туда вот. Добывайте по чуть-чуть. Так, гидра пришла. Леща сейчас даст. Гидра сейчас там всем леща даст. Это хорошо. Это славно. Дала леща? Дала. Линги уходят. Так, все, там мы совсем разобрались. Пещера ультралов хуярим. Может, потрачусь на ультралей немного. Что? О, третий грейд на атаку. Урон с удара там уже 29 у меня. Прекрасно, прелестно. И все такое. Так. Надо бы побольше, наверное, ресов. Добыть. Так, этот сосуночек готов. Ты чё? Чё с тобой не так? Сюда. А, так, немножко рабов. Погнали. Сюда. Оу! У меня тут рабы, оказывается, сидят, бездельничают. Эй, не замечаю. Так, тут у нас осталось всего ничего, да? А всего лишь ничего. Отправляем сюда на свежие ресурсы.
Опа, а где грейд? У них что, нет грейда? Понятно, в этом, в этой части их его еще не придумали, так сказать. Ох, блять! А, не, нормально, все. Минус. А, так, а что у тебя по броне? 1+1, хуйня броня. Давай. Где ж хитин? Отлично. Отлично. Давай-ка пока что поэзетаем. Пока делать нехуй. Линги пригодятся нам. Сюда. Так. Так. Да и все. И хорошо. Ой-ой-ой, они обратно поехали. Стоять! Все стоять. Стоять. Все. Ждать. А вообще, давай-ка вот так сделаем. Тут добыча идет. Надо бы вообще тут добычу еще захуярить. Что тут по ресурсам? Хуйня, тут они ресурсы. Давай переводим сюда. Пригодятся там больше. Все, молодцы. Вы дождались, так сказать. Ну, вот так вот, также, ну давай, ну давай, блин, расширяйся, вот скотина, не хочет, оп, на газ, все, эту группу можно отсюда уводить. Так, может разведать? Лингов у меня много. Давай им спарку немножко гидры. И все, и можно выступать, по сути дела, я думаю. Бля, ты столько гидры тут делаешь, что у моей... Мама не горюй просто. Ну и ладно. О, владыки. Оп. Как тут занято. Где-нибудь личинки остались? Блять, не осталось. О, тут остались. Отлично. Так. Так. Ага. Угу. Может выступить уже? Да надо бы. Мы тролли дорогие, капец какие дорогие. Так, ладно, выступаем. Не хочу ждать, поэтому выступаем сейчас. Группа гидрасиков. Блять, они пошли разными дорогами. Кто-то пошел. Один линк. Отлично. Раз захуярит мне разведку. Знаю. Что-то новенькое. А где враг? Чуть не вкурил. Я тут посылаю целые армады, а врага нет. Так не верите, что она на возвышенности? Да нет. Ползут вроде. Блять, полкарты уже проползли. Подозрительно. О, вот и враг. Батоны! Ржи. Так, что надо? Разрушить храм, да? Задача миссии. Уничтожить храм Протоса. Да, иди. Что-то далеко он? Он недалеко. Давай, отряд Лингов, отправим сюда. Руби. Руби, уничтожай. И моя армия только движется туда уже. Всего лишь. Так, где? Где мои скоржики? Двигаем дальше. Скоржи.
прибыли. Выдвигаемся. Так. Обычный высший хромовник, окей. Моих протосов. Интересно, зачем? Блин, скоржи медленные. Ну и хуй с вами. Убил. Чё, всё? Он сейчас будет делать. Протосы наступают. Ты должен внимательно следить, чтобы они не прорвали нашу оборону. Да ты, блядь, издеваешься. Я буду искренне надеяться. 44. Что все будет хорошо. Блять, у меня тут нет никаких войск. Ладно. Манай. Я вас понял. Ты будешь моей разведкой. Фотонки, фотонки. Похуй на фотонки. Так, вроде нормально. Вроде бы все более-менее тут. Так, ребят. Все нормально. Возвращаемся назад. Прикрываем нашего генерала, блядь. Нашего главного. Осторожненько. Линга вперед. Все, двигаем. Да, я угадаю, мне еще нужно будет ждать, когда там все закончится, да? Я ведь прав. Шо. А ну давай. Покажи. Что там происходит? Итак, мой давний план почти осуществлен. Скоро из двух великих рас родится еще более великое. Пространство почувствует могущество вечной стаи. Пришел судный день. Окей. Так, на этом закончилась кампания Зеров и, собственно, последняя серия прохождения их кампании.